Ремонт асфальтового покрытия проезжей части и тротуара завершили на центральной улице в Малаховке. За ходом дорожных работ наблюдала наша съемочная группа. Эту дорогу включили в план капитального ремонта по результатам голосования жителей на портале «Добродел». Дорожники обновили более 800 метров асфальтового покрытия. Начиналось все с фрезеровки асфальтобетонного покрытия, подготовка под асфальт, снятие с кромок лишнего асфальта, вывоз мусора, засыпка локальных ям. И сейчас происходит асфальтирование по нормам 5 сантиметров плюс выравнивающий слой. На сегодняшний день делается ремонт 5800 квадратных метров общего полотна, плюс также был приведен в нормативное состояние тротуар на всю протяженность дороги. Первый этап капитального ремонта автодорог подходит к концу. Из 10 муниципальных дорог общей протяженностью более 8,5 километров 9 уже отремонтировали. Последнюю, 10-ю, улицу Тяговой подстанции в Краскове заасфальтируют до 20 июня. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.